Мне вновь стучат в дверь. Зачем так в дверь стучите? Зачем вы так стучите в эту дверь? Ну чё, 500 рублей вернём? Привет. Друг, если ты хочешь снимать ролики анти-кирпишоу так же, как я, и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере SeijuCraft. У тебя будут практически все права опки. На привилегии действует скидка 97%. Осталось всего лишь один день, скоро мы эту скидку берем, и вместо 500 рублей привилегии будет стоить 6000 рублей. У тебя будут все права, ты сможешь менять себе префикс, ты сможешь влезать в чужие регионы, ты сможешь банить гриферов, кикать, сажать их в тюрьму, превращаться в любого мома, вычислять IP гриферов с помощью команды SIN. Просто куча привилегий, куча возможностей, которые вы сможете использовать для снятия веселых роликов анти-гриф-шоу. Приветствуются все ютуберы на нашем сервере. Снимайте, выкладывайте. Я сам владелец сервера, сам поменял себе префикс ютубера и сам, как владелец сервера, снимаю ролики. Поэтому я рекомендую, ребята, становитесь владельцами, снимайте ролики. Всех жду, снимайте вместе со мной, я буду очень рад. IP в описании ролика. Всех жду, ребята. Всех жду. А, стойте, а мы же с вами уже виделись, да? Что-то... Денис... Владимирович. Владимирович. Я, мы а с... я Бронин. А, ну я уже знаю, да, знаком. А какими, я так понимаю, он вас уже, да? А где мама? Денис мама. Владимирович, жалобы на вас поступают. Так, ну вы пройдите, пройдите. Я уж не буду вас держать-то в дверях. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. 500 рублей, возвращай. Опять ты спец... А где мама? Мама-то где? Подъезде ждет, она там, внизу. Подъезде ждет? Да. А почему она не пришла? Не хочет с тобой видеться больше. То есть она тебя отправила одного, а сама как бы, да? Ну да. Папуль. Так, давайте разберемся. Так. Прежде всего, прекратите снимать. Я понимаю, что вы постоянно снимаете, но, по крайней мере, не надо показывать мое лицо. Ну так, так можно. Я, ну вы же знаете, что я ютубер, да? Я могу же немного хотя бы светить вас. Я слышал об этих комментах, которые там писали. Так, давайте разберемся. От Александра Сергеевича поступила жалоба. Это то есть... от отца его, что ли, Александр Сергеевич? Или ты? Александр Сергеевич. Мама у него написала заявление. Александр... На вас заявление написано, что вы... написала. Что вы берете деньги, продаете товар, а потом этот товар изымаете каким-то образом. И вопрос должен быть решен, потому что заявление-то мы, конечно, приняли, но... Может оно быть аннулировано, что вам бы было очень выгодно, я думаю, учитывая вашу специфику, что она, специфику вашей деятельности, что она публичная. Вы не хотели бы огласки таких вещей, то, что вы так поступаете, да? То есть она сказала, если я отдам деньги, она заберет заявление? Да, безусловно, так и было. Александр Сергеевич? Да. Прекрасно. Давайте решим этот вопрос здесь, сейчас. То есть вы предлагаете прямо тут просто... Да, я предлагаю, чтобы вы решили вопрос, я пока здесь. Ну, я, как вы знаете, в тот раз отказался. Блин, да как-то неловко вам отказывать, я просто знаю, что вы хороший человек. Аналогично, Денис... Что ты мне это показываешь, зачем? Ты здесь... Ну, я знаю, что ты... Вернешь, нет? Я не знаю, что тебе сказать. В конце концов, вы знаете, вот молодой человек, сразу видно, да, вы знаете то, что ему нет 18? Ну, конечно. Вам есть 18, безусловно, по вам видно, что 18 есть. А вы вступаете в товарно-денежные отношения с человеком, не достигшим совершеннолетия. И вы поступаете таким образом. Хорошо, можно вы я... Вы не хотели бы, чтобы это... Потому что мы все прекрасно вас знаем, все отделение вас уже говорит, все читают, смотрят ваши видео, если это можно так выразиться. Некоторые даже на ваш канал подписаны. Да, как это не смешно. Ну, там хорошие сотрудники работают, просто я знаю, мне не хочется идти им как бы... Так вот, давайте, давайте. Ну, смотри, давай, я ему сейчас... Сейчас мы узнаем вдруг то, что вы продаете какие-то товары и... Берете за это деньги, а товаров люди не видели. Объясните еще раз ситуацию, что произошло-то. В игры можно вкладывать деньги и покупать за это привилегию. Так. Эта привилегия дает бонус. И с этой привилегией она называется владелец сервера. Так, короче, дальше что?
Я ее купил за 500 рублей. Она у вас есть? У меня нет. Нет, она у меня была. Но потом ее отняли. Почему? Такое произошло? Отнял, потому что он нарушал правила серые, как его мама объясняла ему тогда. Так, а где доказательства, что он нарушал правила серые? У меня ролик снят, как бы, я записываю такие моменты. Да, то есть можно будет взглянуть, да? Можно будет взглянуть, да. Я записываю всех. Но вы знаете, всегда, что в законодательстве Российской Федерации это, об этом сказано напрямую. То, что если вы вступаете в товарно-денежные отношения, это у вас где-то прописано, это то, что он нарушает, если он нарушает, то он лишается правила этой привилегии. Прописано, да. Я объяснял тоже его маме, то, что все это написано при покупке. Так, хорошо. Как мы тогда будем с вами поступать? Слушайте, я хочу, прежде чем... Тебе мама звонит, да, или что? Да, вероятно. Ответьте, пожалуйста, Александр Сергеевич. Маме ответьте. Сейчас не до мамы. Давайте я задам ему пару вопросов. А то отложи, раз ты к нам пришел, отложи, пожалуйста, телефон. Давайте я задам пару вопросов. Если ты на них хорошо ответишь, я верну эти деньги. Прямо сейчас. Да, это было бы гораздо лучше. Я так чувствую, что проблем дальше не было, раз уж пришел полицейский, раз уж вы опять все здесь пришли, уж заявление написано. Мне вот, честно говоря, из 5... Тем более, я знаю, что вы хороший человек. Вот вы. Иван... Как? Я правда забыл, прошу прощения. Бронин. Иван Васильевич. Бронин Иван Васильевич, да. Вот все. Вот очень хороший человек, хочется вам пойти на встречу. Скажи мне, Александр Сергеевич, Саша, ты будешь еще гриферить, банить, там, убивать людей? Скажи честно. Нет, мне твой сервер вообще больше не нужен. Не нужен. Не будешь там больше играть вообще. Нет. И покупать заново владельца на эти 500 рублей, которые я тебе дам, и опять то же самое делать, нарушать правила, ты не будешь. Нет. Точно. Точно. Все, смотрите, я задал вам пару этих вопросов. В принципе, мне больше ничего не надо. Я уверен, что он больше не будет эти правила нарушать. И я сейчас... Давай, сейчас, секунду здесь подождите, я сейчас схожу за деньгами и прямо здесь себе верну. Секунду, сейчас. Вот я несу эти 500 рублей вам. Сидите себе прилично. Да, ну ты, хотел бы, то есть, что в чужой квартире ты уж не облокачивайся, раз уж эти деньги прямо дают. Саша Сергей. Смотри, вот, под запись, под видеозапись показываю, что вот это 500 рублей. Я тебе их, вот, тебе на, держи, возвращаю за привилегию владельца сервера. Все, вопрос исчерпан? Вопрос с моей стороны уж исчерпан. Прекрасно. Мама заберет заявление, да? Да. Все, хорошо. И к вам, Денис Викторович. Владимирович. Владимирович. Да. Я хочу тоже обратиться. Мы все вас знаем, конечно. И я бы хотел, чтобы мы с вами впредь встречались не по таким конфликтным ситуациям, как это происходит, а... Ну, я полностью с вами согласен. Мне, думаете, тоже хотелось, что я же с утра вообще просыпаюсь, ко мне приходит. Потому что такая ситуация, вопрос исчерпан, я так понимаю, все, да? Да. Так, всего ну доброго. Что ж, все, наверное, до свидания. Маме привет передавай, она тогда очень нервничала у тебя. Так, все, да. До свидания тогда. Всего доброго. Так. Что ж, друзья, я долго пытался понять вообще, что я сделал. И знаете, я думаю, я поступил правильно. Я думаю, то, что я отдал 500 рублей, и это избавит меня от кучи проблем. Реально, вот я сейчас нахожусь на сервере, я просто тут летал, думал, мне же нужно время подумать, проанализировать вообще, как я поступил, что я сделал. И знаете, я думаю, что я правильно сделал. Я думаю, вы меня поддержите лайком. По сути, я знаю этого сотрудника полиции. Если вы не в курсе, может быть, вы уже его видели. У меня есть такой ролик на канале. Кстати, как мой крипер. Просто у меня сейчас хорошее настроение. Мы решили проблему с семьей очередной, как бы, и думаю, она заберет там, что она там написала, заявление какое-то этому криперу. Здесь вот так. Давайте лайк ему поставим. Я думаю, он вот такой хороший зритель у меня, мой друг, который меня поддерживает. И поэтому теперь все будет хорошо. Я сейчас нахожусь на сервере. Я, как бы, понимаете, вот он меня вычислил с помощью команды вот этой вот такой вот. Есть команда у владельца сервера, как уже рассказывал, SIN, да? Вычислить IP-грифера SIN. Вот меня, сами владельцы сервера, сами же меня и вычисляют. Это немного мне вредит, конечно, но зато, в принципе, мне не надо искать самого грифера, они сами ко мне приходят и что-то мне говорят. И мне это упрощает работу, поэтому владельцы сервера могут это делать, и, ну, пусть могут, ладно. Ух ты, видели? Видели, что я нажал?
Это что происходит? Это когда мышка полетела, посмотрите, вот эта мышка вот полетела, вот она криво стоит, и здесь вот такая херня произошла. В общем, дорогие друзья, я сейчас вот всем этим ребятам буду раздавать здесь админки бесплатно, в честь хорошего настроения, IP в описании ролика, заходите. Если вы хотите так же снимать, как и я, антигрифи-шоу, искать таких грифер, становитесь владельцем сервера, у него как раз действует скидочка. Поэтому, друзья, поддержим лайками, и думаю, поддержим лайками этого крипера вообще, вот такое вот. Я думаю, вы вообще на моей стороне. Вы думаю, вы меня не вините, что я так сделал. Поэтому спасибо вам, друзья. Не прощаюсь. И приятного вам лета. Потому что лето скоро, к сожалению, заканчивается, друзья. Всем пока.